Взрослый мужчина и женщина. Он клал голову на ее колени. Честно говоря, это немного взбудоражило меня. Неужели Лиза и Сара? Здарова, братаны, вы на канале DevPlay, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить экономику на краю мира с милой Хогоночкой. Какая же она все-таки няшка, да? Да. Ну ладно, погнали! Температура тела Хаганы была довольно высокая, чего мне стало интересно, не заболела ли она. От переутомления такое, кстати, бывает. Кроме того, ее ненормальная температура тела напоминала температуру тела новорожденного. Именно об этом я подумал. Я был удивлен тому, что она спит рядом со мной, поэтому не мог думать ни о чем другом. Кроме того, в случившемся только часть моей вины. Я надеялся, что не разбужу Хагану, так как я чувствовал удовлетворение. Я впервые чувствовал себя комфортно, лежа с кем-то в таком положении. А у тебя еще и был опыт. Ох ты какой. Сердцеед. Вскоре я уснул, и наступило утро. Я не завел будильник, поэтому считал, что смогу проспать целую вечность. Однако я встал, как и обычно, в 7:00. Хоть и спал всего 3-4 часа, сегодня я проснулся так же. После этого я сразу подумал о Хагане. Она и правда все еще цеплялась за меня, пока спала. На самом деле мы проснулись одновременно. Немного охуело. В невыразительном пробуждении Хаганы не было ничего необычного. Она практически вышла из своего полусонного состояния, и я понял, что она до сих пор не поняла, где находится. Возможно, из-за усталости или сонливости она просто забыла, где находится ее спальня. Вот о чем я подумал, когда Хагана закрыла глаза и еще сильнее съежилась. Затем она громко зевнула и посмотрела на меня, находящегося в паре сантиметров. И с самым обычным взглядом она наконец заговорила. «Ты слишком громко храпишь!» «Она даже не смутилась!» В комнате неожиданно повисла странная смесь гнева и счастья. Единственная причина, по которой не произошло ничего непоправимого, заключалось в том, что Хагана быстро, точнее, слишком быстро выскользнула из постели. Боже, какая же она. Красивые волосы Хаганы плавно скользили в утреннем свете по ее спине. Пробормотала она в восхитительно низком тоне, когда силой потянулась. Я ясно видел каждую линию ее тела, скрывающегося под шуршащей пижамой. Тепло тела Хаганы все еще было ощутимо на матрасе, ровно как и ее аромат, который явно был не от шампуня или геля для тела. То, что сейчас происходит со мной, можно назвать великолепным утром. В такой момент я просто не могу встать с постели. Хагана постучала по терминалу на столе, чтобы он включился, а потом повернулась ко мне с ним в руках. «Сколько ты еще собираешься спать?» — сказала она, бросая на меня презрительный взгляд. Даже так я не мог сказать ей о том, что сейчас происходит с моим телом, и поэтому ответил. «Дай мне еще 5 минуточек». «Стояк у него!» «Все понятно, да-да». Немного подумав, она кивнула. «Я приду и разбужу тебя через 5 минут!» После этого она быстро вышла из комнаты. 5 минут было более чем достаточно, чтобы подготовиться. Опять же, я провел весь день в гостиной, обновляя программу и изучая акции вместе с Хаганой. Было уже около полудня, когда нас кто-то остановил.
Я подумал, что это была Крис или Таяма, но как бы то ни было странно, этим человеком оказался Сара. В последнее время вы совсем не заглядывали, поэтому я решил сам вас навестить. Я не звал сэра, но был благодарен за сок и закуски, которые он принес. В конце концов, Лиза никогда не покупала ничего такого. Да и я сам не привык, так как это было пустой тратой денег. Я взял баночку с темным газированным напитком, который разработали еще на Земле, и который уже в течение 100 лет уверенно держится на рынке. Кагана же решила выпить 100-процентный апельсиновый сок. Эти оба напитка были импортными и стоили в несколько раз дороже продуктов из синтетического материала. Сэр поступил довольно тактично. «Итак, вы двое до ужаса дружелюбны друг другу!» Эти слова были сказаны, чтобы подразнить нас. Он положил свою руку мне на плечо и украдкой посмотрел прямо в глаза. Шороха его волос было достаточно, чтобы напугать Хагану, которая стояла рядом со мной. Сара, не докучаем! Лиза успела опередить мою жалобу. Сара поднял голову и пожал плечами. Что, совсем? Совсем-совсем! Боже, да, они там еще и флиртуют. Я не уверен, кого копировала Лиза, меня или Сара. Но в любом случае, это были ее слова. Тем не менее, то, что сказал Сара, было правдой. Я и Хаган уже давно превзошли уровень детских игр. Слушай, Хагана, ты не нашла больше никаких ошибок в программе? Сара продолжал докучать нам своими фразами. Хагана повернулась, сидя на своем стуле к Сэра, посмотрела прямо на него и сказала. «Нет». Ее ответа было достаточно, чтобы вызвать у Сэра истерический смех. Лиза улыбнулась и погладила его по плечу, чтобы утешить. Но когда Хагана поспешила назад к своему терминалу, то что-то вспомнила, остановилась и заговорила. На мой взгляд, программа на очень впечатляющем уровне готовности. Я поднял глаза, чтобы посмотреть на то, как беспомощно Сэра на все это сейчас отреагирует. А он, в свою очередь, как ответственный взрослый, улыбнулся от уха до уха. Рядом с ним стояла Лиза, которая тоже нежно улыбнулась, возвращающейся к своей работе Хагане. Так или иначе, мы только приближались к самому важному отрезку. Ну ладно, как говорится, не будем вам мешать. Парень, когда говорите, присоединяйтесь к нам тоже. О, неужели тебя не устраивает моя компания? Сара и Лиза разговаривали между собой. Я ж говорила, они, бля, флиртуют. Возможно, из-за того, что они были примерно одного возраста, Лиза стала говорить более откровенно. «Это не так, с тобой у меня не возникает того возбуждения, которое обычно присутствует при первом знакомстве с кем-то». «А? Когда это наши отношения успели стать такими крепкими?» Я ненадолго поднял глаза и увидел смелую улыбку Лизы, которая сложила руки у себя на груди. Сара тоже увидел это и положил руку на плечо Лизы. Увидев это, я разозлился. А ты, смотри, он еще и приревновал, вот подлюка мелкая. Какой суровый способ выражения своей мысли. Разве, когда я промок от дождя, ты не предложила мне руку помощи? Разве это нельзя считать любовью? Это любовь, причем крайне серьезная. Они там чё, после дождя поебались, что ли? Эти слова поразили меня. Лиза втюрилась в Сара! Кстати говоря, Сара хвастался, что спал на коленях Лизы. И не только. Кроме того, Хагана не так давно впервые познакомилась с Сара. Так что вполне возможно, что Лиза и Сара были наедине друг с другом в этой церкви. Взрослый мужчина и женщина.
он клал голову на ее колени. Честно говоря, это немного взбудоражило меня. Неужели Лиза и Сара? Но вот Крис любит всех одинаково. И Лиза неожиданно вынырнула из-под руки Сара. Он выглядел очень разочарованным, когда это случилось. Прости, ладно. Ты такая коварная женщина. Господь будет любить тебя вне зависимости от твоих поступков. Так что не беспокойся об этом. Ха, я пал перед ногами такой беспокойной женщины. Вот же врун. Когда Лиза усмехнулась, Сара почесал свою большую голову. Я не мог понять, все, что они говорили, было правдой или они просто шутили. Однако они были действительно близки. И пока я смотрел на этих двоих, то понял, что со мной рядом сидит человек, с которым мы связаны так же, как и эти двое. Хагана сердито посмотрела на меня. Что ты делаешь? У нас осталось очень мало времени. Если мы хотим растоптать мистера Торча, то не должны отвлекаться. Гнев Хаганы был довольно сильным. Я быстро повернулся к ноутбуку и возобновил свою работу. Но почему-то Хагана продолжала выглядеть недовольной. Намного более недовольной, чем обычно. В конце концов, Сара обедал вместе с нами. Он болтал без умолку, и казалось, что Лиза получает от этого много удовольствия. Кроме этого, до того как он ушел, они с Лизой стояли какое-то время в церкви и говорили о долге. Но в ответ на расспросы Сара, Лиза просто рассмеялась и уклонилась от вопроса. Даже если Сара мог только шутить, он определенно был одним из людей, которые будут поддерживать Лизу. По словам полицейских, которых я слышал, когда бежал из лунного китайского ресторана, у Сара было удивительное происхождение. Вполне возможно, что Сара удалось преуспеть в этом конкурентном мире, который находился в Ньютон-Сити, а после этого он изящно ушел на покой. Кроме того, он не казался мне плохим парнем. В глубине души он был очень серьезным. Похоже, он услышал про долг Лизы и хотел помочь ей с выплатой. Но я не мог себе представить, что у него есть большие сбережения. Просто прислушавшись к беседе, я понял, что он и правда живет в кафе «Большой бык». Конечно, Лиза была не из тех, кто делает что-то безосновательно. Поэтому я успокоился, но никак не мог понять, чему радуюсь. Я прекратил украдкой следить за ними и вернулся в свою комнату. В ней Хагана возилась со своей программой. Когда я вернулся, мы продолжили подшучивать друг над другом прямо на том же моменте, на котором и остановились. Я перестал задумываться над тем, насколько мои слова отличались от обычных. И после всего мы с Хаганой снова легли спать вместе. То ты смотри, вот это они разошлись. Мне казалось, что она цепляется за меня теперь даже сильнее, чем накануне. С этого понедельника у нас остается только 3 дня для торговли. 100 миллионов молсов, и мы доберемся до мистера Торча. 30 миллионов в первый день, 30 во второй и 40 в третий. Такого дохода будет достаточно. Этого можно достичь, и это будет достигнуто. С таким энтузиазмом и началась наша торговля. Но как только мы с Хаганой начали торговать, то почувствовали дискомфорт. Прошел час после того, как мы поняли, что было что-то странное. Спустя еще несколько часов мы обнаружили корень проблемы и были очень удивлены. Ты бы вынял из нее свой корень проблемы? И
Я не могу вычислить такое с помощью математики. Ошеломленно пробормотала Хагана. Закончив свои отчаянные торги, я почувствовал себя измученным. Мы заработали только 10 миллионов мулсов. Из-за этого нам придется зарабатывать завтра и послезавтра по 50 миллионов. Наше положение ухудшилось. Однажды утром я подумал, что победа уже у нас в руках. Однако сейчас мы находимся в безвыходном положении. Проблема была ясна. Количество участников значительно сократилось. Игроки получали только по 40 дней для торговли. После того, как у одних участников выходило время, их заменяли другие. Однако до конца всего конкурса оставалось 3 дня. Поэтому у большинства людей просто не хватало времени. Конечно же, количество участников начнет падать. Однако, учитывая то, что большинство участников конкурса либо торговали на виртуальном рынке в свое удовольствие, я ожидал, что многие из них активизируются за несколько дней до и после выходного, перед окончанием конкурса. Если уменьшается количество участников, то уменьшается и поток капитала. Нет смысла пытаться торговать 100 миллионами мулсов, если никто не может поставить и 80. Мы с Хаганой смогли достичь 260 миллионов мулсов, которые могли бы запросто превратить в 780. Но сегодня, в понедельник, количество акций, на которые мы могли бы поставить эти деньги, сократилось. Есть уверенность, что ко вторнику и среде поток капитала и вовсе прекратится. Это плохо. Это крайне плохая для нас ситуация. Что нам делать? Спросила меня Хагана. Я решил ответить Хагане то, что думал и к чему привело меня сознание. Я был уверен, что когда она задала этот вопрос, то уже догадывалась, как я на него отвечу. У нас нет выбора, кроме как вложить средства в крупную компанию. Я не был уверен, сможет ли Хагана применить свои математические умения к таким акциям. Скорее всего, должны быть и другие участники, которые думают так же, как и мы. Поэтому я предполагал, что завтра и послезавтра будет определенное количество акций, которыми люди захотят торговать. Может ли математика справиться с этим? Я посмотрел на Хагану, но в ее глазах была неопределенность. Маленькое количество акций сделает мою статистику более ненадежной. В таком случае нам просто нужно увеличить значение в пределах безопасных границ. Этот был довольно упрощенный вывод. Но у нас больше не было выходов, кроме как согласиться с этой простой идеей. Мы были похожи на рыб, которые уходят все глубже и глубже под воду. Немного поразмышляв, я пришел к выводу, что мистер Торчи предугадал такую ситуацию под конец торгов и решил вовремя закончить. Гений. Он и правда гений. Нам нужно 90 миллионов мулсов, чтобы догнать этого гения. Мы с головокружительным темпом дошли до третьего места с 200 миллионами мулсов. Время беспощадно продолжало течь. И вскоре наступил вторник. Хагана не спала всю ночь, анализируя торговые данные с понедельника и обновляя программу, чтобы увеличить диапазон доступных значений. Я думал помочь ей, но Хагана сказала, что хочет, чтобы я выспался. Кроме того, она сказала, что не будет никаких проблем, если она заснет во время торговли. В отличие от того, если засну я. Это было сложно опровергнуть, поэтому я спал, пока не наступил новый день. Хоть я спал только 2 раза вместе с Хаганой, сейчас я был удивлен, как холодно спать в одиночку. Затем, когда торговля во вторник закончилась, мы с Хаганой не обменялись ни словом. Возможно, мы просто устали.
Но корнем этой тишины было то, что все было не так радужно, как мы себе представляли. Прибыль составляла всего 22 миллиона мулсов. Мы не смогли заработать даже половины до нашей цели. Разрыв составлял 68 миллионов мулсов. Количество участников упало сильнее, чем в понедельник. Борьба за последний кусок пирога шла не на жизнь, а на смерть. И посередине всего этого была Хагана, которая еле сдерживала слезы. Ее программа стала совершенно бесполезной. Ну а как они будут разбираться с этой проблемой, мы узнаем уже в следующий раз. Ну а сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!